13 октября 2015 года, примерно в 19 часов 50 минут, водитель 1991 года рождения, управляя автомашиной «Лада 217-05» напротив дома 22 по улице Ленина, не обеспечил безопасность дорожного движения, совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку 2001 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил телесные повреждения и была госпитализирована в Центральную городскую больницу города Нефтекамска.